Началось общественное обсуждение проекта стратегии социально-экономического развития Якутии на период до 2030 года. Текст проекта стратегии разместили на официальном сайте Министерства экономики республики. Замечания и предложения по материалам общественного обсуждения в письменном виде нужно направить в Минэкономики в срок до 1 декабря этого года, включительно на адрес электронной почты minekon@sakhagov.ru. После ознакомления с поступившими замечаниями и предложениями по проекту стратегии составят итоговый документ о результатах общественного обсуждения. Протокол также обнародуют в интернете.